В законодательном собрании Петербурга обсудили проблемы развития современной системы ПТУ. На встрече с депутатами директоры всех 49 городских профессиональных образовательных учреждений отметили по-прежнему крайне низкую заинтересованность выпускников в рабочих профессиях. Если в Европе и Америке в технические училища поступают 80% школьников, то в России аналогичный показатель ровно в два раза ниже. В Петербурге и вовсе это всего 35% учащихся. Кроме того, на статистику также влияет отсталое техническое оснащение учебных классов во многих ПТУ. Психология у ребят сейчас такая, Жанна Владимировна меня может поправить, безусловно, такая, что они не хотят работать на тех допотопных станках, которые имеются, на автоматических линиях. Они хотят каких-то новых подходов. Они хотят нового уровня оснащенности. Они хотят по-новому подходить к этой рабочей специальности. Закупке нового оборудования, по словам представителя образовательной сферы, мешает недостаточное финансирование, а также слабая поддержка профучилищ со стороны бизнес-сообщества. За прошлый год общая сумма материальной помощи от предпринимателей составила всего 13 миллионов рублей.